Ребята, всем привет! И у меня, представляете, настали каникулы, мои последние каникулы в школе, потому что я заканчиваю 11 класс, вот. И сегодня мы с сестрами договорились поехать к бабушке в деревню. Надеюсь, будет много чего интересного, и вам все понравится, так что смотрите, что вас ждет сегодня. Короче, ребят, сейчас я уже доехал до бабушки, я не взял игру, в которую мы постоянно с кем-то играем. И чтобы там тоже с девчонками поиграть, нельзя в телефонах сидеть, вот. И сейчас я иду к Кате, что она живет рядом с моей бабушкой. И смысл мне мотаться туда-сюда, я у нее посижу. И потом пойдем, встретимся с Настей, поедем, не знаю, на автобусе или на трамвае, на вокзал. И от вокзала, короче, мы поедем в деревню. Вот. Спасибо за пока что запыхавшийся. Просто тяжелый чемодан там на руке. Ребята, все, я уже пришел к Кате. Смотрите, сколько милый котик у нее. Он хороший. Молодец. Короче, ребят, все. Я уже встретил Катю, вот. Мы и... уже давно встретил. Вот, мы сейчас идем с ней к остановке, чтобы еще по пути встретиться с Настей. И мы поедем на вокзал. Будем, она радуется. Я тоже радуюсь, блядь, меня машина лестница собьет, блядь. А вот Настена. Мы же подходим. А у меня бложик. Блядь, конечно, к ней первой. Да, привет. Блядь, меня машина чуть не сбила, блядь, отойдите. Нельзя мотыгаться. Отойдите. Все, мы приехали. Представляете, мы едем на этом, как называется, на трамвае. Видите? Я давно не ездил на трамвае, даже короче. Не да, я даже не знаю, как это назвать, потому что я езжу на Мерседес. Бэнкс. Че, да, это да. Кстати, здесь такие технологии, теперь у нас чек выдает как в кассах. Кстати, покажи свой чек. Вообще, пипец, я удивлен. Чек, отсек копировали. Прикольно. Все, ребята, что мы уже купили? 135 рублей, да, вообще грабежка какая-то. Вот, да. Все, соединяемся. Поехали. Ну, знаешь, как типа волшебницы минус или что там? К самой пипец, к самому стеклу. Все, ребята, короче, все. Мы уже отъехали в эту маршрутке-автобус, который ни хрена не автобус. Вы могли видеть, сколько там места, вообще просто пипец. Там как селедки в бочке были, ну ладно. Сейчас мы уже идем в банк, ну ладно. Наплевать, я в бочке был. Вот, короче, сейчас мы идем уже к бабушке, будем сейчас подниматься. Сейчас мы увидим мою бабульку. Красотульку. Здравствуйте! Свидание. Hello, my friend. А меня даже не поцеловала, ну-ка валите. Что своим фотоаппаратом застал уже? Бабушка, привет. Дуры. Решили поиграть вот эти карты. И, кстати, мы поиграли уже в обычного дурака. И я остался всего один раз. Катя тоже один раз. И Настя, вон, 3 раза. Или 4. Нет, 3. Сейчас будем смотреть, как мы здесь поиграем. Подводим итоги. My Life is Daniel победил. Настя на втором месте с 14, а Катя на третьем месте. Настя! Настя, я... Господи! Я даже не успел сказать и действие, а оно уже... Так, все. Настя, я загадываю тебе, чтобы ты позвонила в пиццерию и попросила... Так! И попросила заказ, чтобы из колбасок пепперони тебе сделали портрет Сталина. Если они откажутся, ты попросишь, чтобы они из оливок написали слово говно. Настя, звони. Давай, давай. Она есть. У меня есть, давай звони. Задание уже. Ждем, короче.
Здравствуйте, это пиццерия? А вы можете выложить из салями портрет Сталина? А из оливок выложить надпись «Мой брат самый лучший»? Можете, нет? Извините, пожалуйста, до свидания. Да, короче, я сейчас сижу ВКонтакте, пью горячий шоколад и смотрю свой любимый «Дом-2». Вот, будет он, короче, до где-то 2 часов ночи «Дом-2», а потом будет мой любимый сериал «Хор». Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите, потому что вообще просто улетный. Ребята, короче, мы сейчас уже проснулись и пошли гулять по лесу, наверное, может быть, не по лесу, не знаю. Бабушка нам сказала, покажет место классное, где постоянно гулять со своими подружками. Так что посмотрите, будет красивый вид. Мы еще хотели сделать несколько фотографий. Возможно, я сделал фотографии для Инстаграма, не знаю, пока еще. Ну вот. Здесь прям классное время. Какое-то классное место, тут тоже все. Начался лес. Мы на мостике, сами видите, там водичка замерзшая. А вон там бабушка едет. А я не фоткаю, я видео снимаю. Вот все. Так что. Do you ever feel a little psycho? Hello. Do you give a finger to the high road? You know. Sometimes I just answer with a smile. Hello, hello, hello. I'm diagnosed with depression, but I don't take my medicine. I lose my mind for the hell of it. Can anyone relate? Can somebody fix me? I've been out my mind. There's something wrong with me, I'm not gonna lie. I'm too scared to live, but I'm more scared to die, yeah. More scared to die, yeah. More scared to die. Что здесь по наскальной живописи? А, неизвестные иероглифы. И тут известные. По 2 метра ростом, слушайте. Мне нравится. My teardrops in the bucket make an ocean. Hello. Sometimes I just gotta have my moment. You know. You ever feel too much and no emotion? Hello, hello, hello. Yeah. I'm diagnosed with depression, but I don't take my medicine. I lose my mind for the hell of it. Can anyone relate? Следопыты тут. Она туда побежала, бабушка сказала. А вон бабулька красотулька. Ребята, смотрите, мы сейчас, короче, гуляем по речке. Так прикольно. Ой, тут уже кто-то гулял. Вот. Пожалуйста, гулять. Очень красиво. Мы продолжаем, короче, гулять. На улице очень хорошо. Такая природа красивая, просто капец. Мы же сейчас поворачиваем назад, пойдем. Там бабушка сзади идет. Лежанка спереди. Очень классно. Гуляйте чаще, потому что такая классная погода, вид, еще и температура. Очень хорошо. Не ходи туда, ноги бей. Тоже там. Ты сейчас двину палкой туда. Даня! Смотрите, какие мы красивые. О, господи. Смотрите, какие красивые вербы собрали. Девчонки мне помогли, бабушка мне помогла. Мы же в камеру всем во влог. Во! Че, вот-то? Факт показывает. Некультурная бабуська. Короче, все, мы уже погуляли тот утром, когда мы ходили в лес. Мы уже посидели дома, поели, посидели в телефонах, вот. И сейчас мы с Катей ходили в магазинчик вот в этот вот. И купила там Катя чупа-чупс, но у меня уже был с собой. Вот, и сейчас мы пойдем на футбольное поле. Там очень красиво, я надеюсь. Там можно будет туда прийти. My
my friends say they found something beautiful, and they like to think the pharmaceuticals will take anything to stay afloat. It's sick to get sick and addicted to the antidote. It's hard to know what to do, gotta find what works for you. Just know you're not alone. Can somebody fix me? I'm working on my mind. There's nothing wrong with me, just takes a little time. I'm too scared to live, but I'm more scared to die, yeah. More scared to die, yeah. More scared to die. Can somebody... Серьёзно, смотрите, как уже стемнело. Мы уже покачались там на качельках сзади, пообщались там с ребятами, которые младше нас, короче, поугарали над ними. И сейчас мы идем домой, потому что жутко холодно и уже темно, и никого нет. А еще только 8 часов вечера. Все, сейчас пойду домой, буду смотреть этот... Инстаграм, кстати, кто еще не подписан, вот, вот сейчас вот никнейм, подписываемся быстренько все. Также ссылочка в описании. И плюс еще буду опять же смотреть свой дом 2, когда в 12, ну, в, 3, в 23 часа. И еще что-нибудь поделаю интересненькое. Вот. Ребятушки, подводим итоги. Я выиграл 69. А вот эта сумочка блестящая была на втором месте. Было 44, меня чуть не выиграла, прикиньте. Ну, Катя, вообще больше там. Сколько там? 13 опять набрала Ири. Все же собрались сейчас. Нас повезут по домам. Короче, на этом закончилась наша поездка у бабушки. Вот. Идем еще, пойдем домой сейчас. По домам все. Это все, ребята, я уже дома приехал. Ой, сегодня мы стали очень рады, поэтому я такой не особо бодрый, а помятый. Но хочу вам сказать большое спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вы поставите лайк, подпишитесь, кто еще не подписан на мой канал. И будете ждать следующих видео, потому что они будут тоже совсем-совсем скоро. Пока-пока.